Я был на семинаре во время Кубка мира в 2016 году в Торонто. Вообще очень много положительного опыта получил с этого Кубка мира с точки зрения и тактики, с точки зрения и работы с игроками. Видел там лучшие игроки в мире. Наши ребята, Малкин, Овечкин, как они работают. Дальше Канада, сборная. Там вот именно акцент был сделан на то, чтобы дети обязательно получали образование. Потому что не каждый вот из этих ребят станет профессиональным хоккеистом. Далеко не каждый.